Доброе утро. Сейчас сниму содержимое. Давно планировала снять. Ну, такие вот, что у нас там стоит по шкафам, такие всякие такие украшения, всякая там посуда такая, да? Вот, продолжаю это видео. Сейчас я вам это надеваю эти вот шлепки, потому что я хожу без обуви наверх, стараюсь не ходить. Мы стараемся не ходить в верхней обуви наверх, хотя не все американцы такие, как мы. Все ходят обутыми. Не все, но в основной массе. Но я приучила так, чтобы не ходить обутыми, потому что я русская. Вот. Не ходят, кстати, обутыми японцы не ходят, русские не ходят. Вот такие, знаете, вот странные такие, да? Вот. То есть к Азии поближе азиаты. Так, значит, что я хотела показать? Я вам хотела показать содержимое вот шкафов, то есть вот, ну, вот эти вот там всякие такие вот декорации, да? Так, пивные кружки. Значит, очень особое отношение к пивным кружечкам. Знаете, что я сейчас, наверное, поставлю этот... Сейчас я сделаю по-другому. Вот, положила салфетку специально, чтобы видно было. То есть, когда видео, чтобы видно было, что показываю. Так, пивные кружки. Набор, коллекция пивных кружек. Видела во многих домах. И вообще, американец, когда увидит, например, эти пивные кружки, он сразу их с ассоциация с чем-то, безусловно. Там они их знают и по годам, что когда выпущено, что когда сделано, коллекционная ценная или нет, или не ценная. Вот такая вот пивная кружечка. Вот такая вот пивная кружечка. Так, никто у нас из нее не пьет, хотя можно, в принципе, из нее пить. Так, теперь к ней идут бокальчики. Бокалы. Бокальчики вот такие. На них написано. Что на них написано? О, не вижу. Это надо мне. Либо луб. Ну, какая-то... Оу! Oh! Just a moment. Ну что, прерывают меня. Надо сходить, вернусь. Так, ну, прерывают все меня. Сейчас мы будем продолжать про... Так. Так, значит, я показала, значит, бокалы. Бокалы такие. Я не знаю, серебро это, наверное, да, серебро. Здесь гравировка какая-то. Надо все это вчитываться, просто видео получится долгим, чего ради, и так понятно, да? Ну, и вот такие вот тоже, такая маленькая кружечка. То есть, такой, значит, типа вот такой вот коллекционный такой наборчик. Так, остальные вот такие вот. Это глиняный такой, с металлической такой крышкой. Тоже, не знаю, какой металл. Может, да нет, наверное, не серебро. Нет, конечно, нет. Я так не думаю, что это серебро. Но вот такая красивая крышка. Такие вот красивые здесь виды с лодками. Вот там что-то еще написано. Видно город или что-то в этом роде. Ну, такие они. Каким-то знаменательным датам соответствующие. Не буду доставать. Вот такая. Рыцари. Рыцари. Вот. Вот та. Сейчас я, наверное, возьму. У нас есть вот такой вот стульчик. И вот на таком стульчике. Вот на таком стульчике. Так. Такая вот интересная штучка. Так, вот такая. Гляньте, здесь трактор такой еще. Не трактор, а машина. Машина фордовские. Первые машины. Автомобиль фордовский. Ага. Так интересно. Сейчас. Мне надо пыль протереть там. Автомобиль. Крышка тоже снимается. Не дотянусь я туда. Боже, как высоко. Боже, как высоко. Это настоящее. Вот это вот декорейшн, вот там бутылки с овощами. Это настоящее, а не в маринаде. В Америке очень модно эти вот эти вот запаковывать-то вот эти перцы-то всякие, то есть кухонные украшения называются. Так, ну вот так вот. Такая глубокая, такое у нас тут место, да? Вот тут разогнаться можно, если ставить что-то. Так, ну поскольку здесь стекло, надо ставить что-то красивое. Не поставишь же туда кастрюлю, сковородка со сковородками, правда? Вот. Так, значит, эти чашки эти самые закончились. Я их потом красиво поставлю, когда вытру пыль.
Вот, а здесь, значит, вот такой вот, смотрите, у них космическая же тема тоже, да? У нас космическая тема в нашей стране, у них эти астронавты. Значит, астронавты всякие, тут космические корабли, самолеты, вон какие-то летчики, вот он вам космонавт, астронавты. Астронавты у них не космонавт, у них астронавт называется. Вот такая крышка, на крышке сидит тоже астронавтик. Вот он тоже, вот такой сейчас вот так вот. Вот так вот тоже он такой астронавтик сидит. А что он? А, американский флаг он нам держит, да? Это он типа на Луне. Наверное, это вот выпущено было к этому, к высадке на Луну у них, да? Вот. Вот, к высадке на Луну сейчас. Вот так вот. Вот он у них астронавт такой. Вот такая вот кружечка. Так, а что здесь на ней написано? Надо это самое, надо мне лупу, там вот написан год, но очень мелко, не вижу, когда это сделана была эта кружка. Вот такая вот красивая кружка, красивые такие у них. Вот. Так, идем дальше. Следующая какие-то тут... А, гоночные машины, гляньте, машины. Сейчас мы вот эту уберем, эти уберем, а вот эти вот... Вот так вот поставим. Так, вот она вам гоночная машинка. Вот такая вот она. И такая открывается так. Вот. Угу. Да, гоночный трек, да? Формула 1. Формула 1. Так. Да, это старая какая-то машина. Это уже новее. Ну, в общем, типа исторические гоночные машины. Тут история их, типа того. Вот. И внизу что-то написано. Опять. Racing car stand, да. Ну, 1989. Всего лишь 89. Ой, я думала, они старше. 89 год, люди. Но не очень старые-то. А здесь 1970. 57. Вот так вот американцы пишут семерку, видели? Как единица. Цифры в Америке пишутся не так, как русские. Вообще все не так. И ручку не так держат. Когда-нибудь сделаю видео. Или я уже сделала, да не выложила. Ну, да, или уже сделала, не выложила. Ну, не важно. В общем, короче, выложу видео, покажу, как они по-дурацки пишут. Вот, сейчас. И делят они так, как мы. Деление числа. Я когда ехала в эту самую, в Америку, учила английский язык, нам преподавательница единственного человека встретила в течение года, пока вот собиралась сюда, значит, все документы оформляла, да, который был в Америке, вокруг меня. Нету людей, которые были в Америке. Хазбанд кричит, зовет, подождите, прервемся опять. Пойдем спросим, что там ему надо. Сейчас, секундочку. Не дадут закончить видео. Еще говорят, это, Елена, а вам, говорит, муж, когда вы снимаете, что он же, наверное, типа рад. Ага, рады они. Так же, как и ваш будет рад, если вы будете снимать, а он будет рядом и не может слово вставить. А что ему слово вставлять? Пусть слово не имеет, когда съемка идет. Правда же? 1978 год. Вот. Вот такой вот рыбы, фишинг, я поняла, да, рыбная ловля, собаки, охота. Ага, охота здесь с одной стороны, кому охота, а кому не охота здесь с этой стороны. Значит, вот такая вот кружка. Ну, вот такие вот красивые такие вещи, да. Сейчас я там протру пыль и поставлю все назад. Вот, а остальные декорейшн я вам сделаю потом в видео. Все, до свидания, спасибо за внимание, спасибо за просмотр, за комментарии, пока.